We can't, however, put a line in the resolution that keeps the Syrians from being investigated or found to have used chemical weapons. That is completely on Syria and Russia to work out. Yet even though we have continued to engage Russia bilaterally and have made efforts to address their concerns since they vetoed the resolution 2 years ago, our Russian friends continue to push unacceptable language only meant to undermine the investigators and divide this council. Однако в работе существующих международных структур в контексте сирийского химического досье выявились системные недостатки. Результаты их следственных действий по инцидентам с применением отравляющих веществ глубоко разочаровывают. Мандаты выполнялись избирательно, без использования всего арсенала методов и средств по высоким стандартам Конвенции о запрещении химического оружия, что предполагает, в первую очередь, отбор проб, опрос свидетелей и сбор доказательств непосредственно на месте происшествия. Специалисты миссии АСХУ по установлению фактов всю свою часть работы проделали дистанционно. Ее доклад, изобиловавший упущениями, нестыковками и противоречиями весьма посредственного качества. Мы неоднократно говорили, что объективность расследования по линии ОСХО могла бы быть куда выше, если бы состав миссии по установлению фактов во исполнение ее мандата был сформирован на широкой географической основе. А между тем доподлинно известно, что ключевые позиции в ней занимают представители вовлеченных в сирийский конфликт стран, враждебных Дамаску. По миссии ОСХО не удалось получить ключевые вещественные доказательства. Все выводы ее работы основывались на косвенных свидетельствах, подавляющее большинство которых было предоставлено оппозицией и всецело скомпрометировавшими себя неправительственными структурами, такими как «Белые каски», тесно связанные с террористами из Джабхат-Нусры. Как вы знаете, 7 ноября состоялось заседание Совета Безопасности ООН, в ходе которого был обсужден 7-й доклад соответствующего механизма и перспективы продления мандата этой структуры. Вы ознакомились доступно в публичной сфере заявления российских представителей на этот счет. Мы обратили внимание на выступление главы СМР господина Мюлли, который, как это только было возможно, расхваливал использованную механизмом методологию и преподносил его работу как профессиональную и беспристрастную. При этом я хотел бы обратить особое внимание на этом. Ни на один наш конкретный вопрос, касающийся несоответствие выводов доклада СМР строго научному подходу, так и не ответил. По-прежнему вызывает крайнее недоумение, несостоятельное с точки зрения теоретической науки, да и помимо нее просто логики, настойчивость господина Мюлли, с которой он продолжает утверждать, что использованный в Хан-Шейхуне зарин имеет сирийское происхождение. Дается простое объяснение. Химический состав проб из Хан-Шейхуна совпал с характеристиками прекурсора зарина DF, внесенного Сирией в ее первоначальное объявление по Конвенции о запрещении химического оружия. Очень странно, что при этом никакие другие версии в расчет даже не брались. И уж тем более подобная логика удивительна, с учетом того, что после передачи Сирии в ОЗХО информации о способах синтеза бинарного зарина и наличия в этой организации проб, отобранных из бывших сирийских запасов, эта рецептура, конечно, давно не является секретом. Напомним также, что именно прекурсор DF уничтожался на американском специализированном судне Cape Ray, где также отбирались его пробы. Кроме того, не лишне напомнить, что по озвученным российскими экспертами на брифинге в Министерстве иностранных дел России 2 ноября оценкам, зарин по указанной рецептуре может быть получен не только промышленным, но и кустарным способом.
Что же касается выступления на заседании Поспреда США, то здесь, как всегда, ничего нового, ни по стилистике, ни по фактуре. Бездоказательное обвинение Дамаска в применении химического оружия, абсолютно неадекватные намеки в адрес России, что абсолютно не делает постпреду США прием чести ни в плане дипломатической этики, ни с точки зрения здравого смысла. А вот с точки зрения здравого смысла имеет, на наш взгляд, большое значение сейчас и, возможно, не только значение, но хотелось бы, чтобы и последствия, анализ того, как американская дипломатия, в том числе на площадке Организации Объединенных Наций и ее Совета Безопасности, продавливали решения по Ираку, обвиняли это государство в наличии и наращивании якобы оружия массового поражения. Вы все прекрасно помните, какая горячая, вот точно такая же, без правил, без дипломатической этики, напористая полемика велась в ООН относительно, цитирую, преступного режима Хусейна, который якобы и оружие массового уничтожения разрабатывал, и, так сказать, имел далеко идущие планы по мировому господству, якобы также сотрудничал с террористами и так далее, и так далее. Вот буквально несколько цитат, это в том числе для нынешнего поспреда Соединенных Штатов Америки в Совете Безопасности ООН, потому что мы знаем, что американские коллеги, которые приходят и вновь назначаются на, в том числе, эти дипломатические должности, не имеют никакого представления о том, что заявляли их предшественники, то, что там десятки лет назад, а буквально в течение десятилетия. Вот несколько цитат американских деятелей, которые были озвучены в Совете Безопасности ООН в период начала 2000-х годов, 2002-2003. Вот, например, поспред США при ООН Джон Негропонте. Этот режим, речь идет о Саддаме Хусейне, использовавший химическое оружие против своих соседей, своих собственных граждан, лгавший относительно разработки оружия массового уничтожения, подписавший договор о нераспространении ядерного оружия и затем приступивший к разработке весьма серьезной программы ядерного оружия. А вот госсекретарь США Колин Паул. Мы знаем, что Саддам Хусейн решительно настроен сохранить имеющееся у него оружие массового уничтожения. Он решительно настроен производить его в большем количестве. У Саддама Хусейна есть химическое оружие. Саддам Хусейн применил такое оружие, и Саддам Хусейн не будет испытывать угрызений совести, когда решит применить его снова, применить против своих соседей и против своего собственного народа. И у нас есть источники, которые сообщают нам, что он недавно дал санкции своим полевым командирам применить его. Он не отдавал бы таких приказов, если бы у него не было такого оружия применить его. Это говорил и заявлял глава Госдепартамента США. Это заявляли поспреды США при ООН в зале Совета Безопасности. Это несколько цитат. На сайте Организации Объединенных Наций есть такая опция. Можно поднять все архивные выступления поспредов любой страны в ходе заседания Совета Безопасности ООН. Сделайте над собой усилие, проведите такую работу. Вам ничего не напоминает? Мне лично напоминает. Но более того, можно было бы это списать на ошибку, не на целенаправленное введение в заблуждение членов Совета Безопасности, а просто на фактическую ошибку, на незнание, на, может быть, недостоверные данные. Но нам попали на глаза буквально недавно вышедшие в свет мемуары бывшего британского премьер-министра Гордона Брауна, в которых содержатся откровения относительно причин весьма сомнительных, с его точки зрения, начала военной кампании против Ирака в 2003-2011 годах. По признаниям бывшего британского премьера, Соединенные Штаты Америки намеренно ввели англичан в заблуждение, сокрыв от них подготовленный еще в 2002 году военной разведкой сверхсекретный доклад, в котором наличие оружия массового уничтожения у Багдада ставилось под серьезное сомнение. Вы представляете?
власти. То есть даже от своих ближайших партнеров, союзников были скрыты данные, которыми в тот момент руководство США и, конечно, среди них были американские дипломаты, обладало. По словам Брауна, в документе, о котором он узнал лишь в прошлом году, так написано, указывалось на то, что американским военным, цитата, «не удалось обнаружить в Ираке объекты, на которых производилось, тестировалось или хранилось биологическое оружие, равно как и доказать наличие у Багдада возможностей для стабильного производства химических отравляющих веществ». В докладе отмечалось, что у США не было достоверной информации в отношении ядерной программы иракцев. Признавалось, что 90% анализа на этот счет основывалось на неточных разведданных. А кроме того, ставилось под сомнение способность Багдада производить ракеты дальнего радиуса поражения. Вот то, с какой настойчивостью, напором, иногда даже хамством американская дипломатия, в том числе в зале Совета Безопасности, ведет разговор о применении с их точки зрения Сирии, Дамаском, официальным руководством сирийского государства химического оружия, очень напоминает их тактику времен начала 2000-х годов, 2002-2003 года. Но еще раз повторю, это никакие не были ошибки. Это была планомерная, спланированная, запрограммированная акция по продавливанию своих геополитических интересов. Очень, кстати говоря, хороший вопрос. Были ли эти стратегические интересы стратегическими и геополитическими? Или это были личные интересы определенных политических кругов и целого ряда представителей политического истеблишмента Соединенных Штатов Америки в те годы. Честно говоря, хочется задать вопрос, а может быть и на этот раз существует некий секретный доклад спецслужб США, о котором мы узнаем спустя некоторое время, и сегодня просто все средства хороши для того, чтобы добиться поставленной цели и обвинить Дамаск в том, что он и не делал. Это все происходит в лучших традициях, к сожалению, американского истеблишмента, некоторых его представителей. И все-таки должны возникнуть вопросы к тому, как и какими методами работают наши заокеанские партнеры.